Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Just Fun. Если вы у нас впервые, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить интересные истории со всего мира. А сегодняшняя история пробирает до мурашек. Смотрите до конца. Педро Дени, мужчина, столкнулся с ситуацией, которая не могла не впечатлить его. В 2015 году он гулял со своим псом в пригороде Парижа, как он делает очень часто. Неожиданно он заметил странную гору земли. Он увидел, что его пес проявил крайний интерес к этой куче земли и даже пытался копать. Вначале Педро испугался того, что он может там обнаружить, но решил выяснить, что это. Сложно представить, как он был удивлен, когда увидел торчащую из земли голову пса. Он подумал, что тот мертв, пока не услышал слабый стон. Бедное животное закопали живьем. Он стал быстро раскапывать несчастного пса. По тому, как он был истощен и хотел пить, было очевидно, что он провел много часов под землей. Пес был очень смиренный и вел себя очень спокойно во время спасательной операции. В тот момент, когда мужчина раскапывал его ноги, пес Педро стал ласково лизать его и проявлять дружелюбие. Педро увидел, что пса привязали, чтобы он не смог выбраться, и конец веревки был также закопан. Очень скоро пес был спасен. Педро отвез его в ветеринарную клинику, где выяснил, что это была самка и она страдала от артрита. Педро почувствовал сострадание к ней и решил взять ее к себе. Он также подал заявление в соответствующую службу, которая нашла бывшего хозяина пса. Им оказался парень, которому едва исполнился 21 год. Он отказывался признаваться в содеянном и уверял, что животное сбежало, а как оно оказалось на пустыре, он не знает. Но полицейские не поверили парню и назвали его версию неправдоподобной. По законам Франции, ему грозит штраф и до 2 лет лишения свободы. Не знаю точно, посадили его или нет, но наверняка он понес серьезное наказание, так как общественность была возмущена и была создана петиция, требующая максимальное наказание. Педро разместил фото собаки на своей странице в Фейсбуке, и тысячи людей, увидев это, также стали сочувствовать псу. Иногда человеческая жестокость не имеет границ. Собаки известны как самые верные, ласковые и преданные животные. Они не заслуживают жестокого к себе обращения. К счастью, героине этой истории повезло. Но до сих пор случаются ситуации, когда для собак все заканчивается трагически. От них избавляются, даже не попытавшись пристроить в приют или в хорошие руки. Да и в конце концов, не нужно забывать, что мы в ответе за тех, кого приручили. На этом все. Если тебе понравилось это видео, делись им со своими друзьями и пиши свое мнение в комментариях. До скорого!